Привет, чем занят? Да вот, «Звездные войны» пересматриваю. Йода так угарно говорит: если вы не совершили ни единой ошибки, проигрываете вы. А ты, кстати, знаешь, что Йода использует инверсию? Чего? А при чем тут твоя литература? А при том, что инверсию можно использовать не только в литературе. Ведь инверсия — это нарушение прямого порядка слов для придания речи художественной выразительности. А яркая речь может быть не только в книжках. Но раз уж мы заговорили о книжках, то можно вспомнить и литературный пример. Вот как в стихотворении Пушкина: «Я памятник себе воздвиг нерукотворный, к нему не зарастет народная тропа. Вознесся выше он главой непокорной Александрийского столпа». А если бы Александр Сергеевич использовал прямой порядок слов, получилось бы вообще не поэтично. «Я воздвиг себе нерукотворный памятник, народная тропа не зарастет к нему. Он выше вознесся непокорной главою Александрийского столпа». Да, многое узнать ты еще можешь, мой старый подаван. Это только начало.